пойдем. Прав. Где же? О, нет, здесь пиночка. Благословите второй президентский срок. Мирий Анатольевич, Медведев, курсант, прогрессивный комитет Анатольевич, Медведев, Светлана Владимировна, Владимирович, Владимирович, Путин, Александр, Мария Владимировна, Екатерина Пусть, Сергей Семенович, Собянин, Патриарх, Кирилл, Партия, Партия, Единая Россия, Наша Россия, Наша Россия, Наша Благословите второй президентский срок Медведева, высший наград Медведев, Путин, Кирилл. Батюшка, вы благословите второй президентский срок Медведева. Спасибо. Спасибо. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Сейчас погоди. Провел патриарх Московский, вся Русь Кирилл, Благовещение, правильно Благовещение, Святой Богородицы, второго конец срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса сам прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Ильич Медведева, Владимир Путин, Александр, Мария Владимировна, Катерина Гурова, Собянин, патриарх Кирилла, партия «Единая Россия». Thank you.
Передача «Христиан голосовать за второго военного срока Дмитрия Анатольевича Медведева», такой там прогрессивный передовой Дмитрий Анатольевич Медведев, они были в партии «Единая Россия». Мне с Медведевским вызвали второй президент срока Дмитрия Анатольевича Медведева, на который еще Порш регионы поддержали, об этом мы создали сами на примере. А любовь, Катюша, поздравляю! Все высшие награды 32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Юмилию Александровичу, Владимиру Екатерине Владимировичу Путину. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пусть наша жизнь будет наполнена любовью, пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С Новым 2011 годом! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческой группы «Нестер Петлицкий», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного рядового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», призывая всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного рядового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, важная сила, право и честь. Поздравляем вас с наступившим новым 2011 годом. Мы назвали главным человеком эпохи года на планете, главным победителем, главными героями России и всей планеты, лауреатами фестиваля славы и честь России, главным человеком эпохи года на планете 2010-11-10-летия, столетия, тысячелетия, главный герой России и всей планеты Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Юрий Ильич Медведев, Владимир Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, его святейший патриарха Московского и вся России Кирилла, Сергей Семенович Собянин, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фродкова, Шойгу, Фурсенко, Голику, Грефа, Кудрина, Набиуллину, Грызлова, Мирона, Володина, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Много счастья вам желаю. Заседи. Хорошо, нет? Хорошо. Получилось. Люночка, целуй меня. Пошли. Давай, Вильки давай, Лена. Лена и Людмила. Прекрасное новогоднее поздравление, обращение к гражданам России. Дмитрий Анатольевич Гулян, господин президент России, верховный командующий вооруженным силами России, Дмитрий Анатольевич Медведева. Слава! Ура! 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 Победа на века! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2010 год. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. Прекрасно. У нас богатая и древняя история. Но дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Прекрасно. Теперь от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. В стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Прекрасно. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья.
небудь сбудутся все наши мечты. С Новым 2011 годом! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Чепурина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческой группы Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна. Мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Столетие.